Привет всем. Верю, что у вас сегодня хороший день, хорошее настроение. Вот как-то думаю, знаете, что подумал? Что бывают разные ошибки. Вот бывают ошибки, за чего мы плачем. А бывают ошибки, что просто вспоминаете ошибки, смеемся как-то весело. Но то, что смеемся, это как-то ничего. А то, что плачем, это уже очень плохо. Знаете, вот пройдет очень хороший саммит Сакраменто в Америке, штат Калифорния, 6 до 8 сентября. И это Дом хлеба. Это будет прекрасное время, когда соберутся пасторы на этот саммит, решать вопросы, обсуждать или, скорее всего, дискуссировать, какие ошибки были сделаны и что не делать, чтобы потом не пришлось плакать. Я думаю, участвовать в этой конференции, вот этом саммите, это очень важно. Ваше участие реально очень важно, чтобы ободрял, вдохновлял тем людям, которые будут говорить. Так что приглашаю, если у вас есть возможность, обязательно проходите или присоединяйтесь по интернету. Будет очень сильная дискуссия. Будьте благословенны, не делайте ошибки.